Жители Тверской области приглашают принять участие в голосовании по выбору названия для 170-летнего дуба. Долгожитель произрастает на улице Андрея Дементьева в Твери. Недавно дерево получило статус «памятник природы». Народное голосование будет проходить до 15 декабря. После подведения итогов рядом с деревом-памятником будет установлена табличка с полной информацией о дубе. Для голосования предполагается несколько вариантов: дуб поэтический, дуб угольяне, дуб Достоевского, дуб вековой, дуб скорбященский. Сейчас в лидерах дуб угольяне. За это название проголосовало большинство жителей. А сделать свой выбор из 5 представленных названий можно на сайте minprirody.tverskayoblast.rf или на странице ВКонтакте в группе «Чистый регион».